Деревня Измалково – место условной аварии. Строение пустующей школы – условно поврежденное многоквартирное здание. Это целое искусство – подобрать правильную площадку для учений, чтобы и ситуация максимально соответствовала реальной, и минимально потревожить местных жителей. Учение проводит филиал Мособлгаза «Запад» Одинцовская районная эксплуатационная служба. Задача – отработать последовательность действий при локализации и ликвидации последствий аварии на сетях газоснабжения и газопотребления. Каждое движение имеет значение. Нужно найти и спасти всех пострадавших от инцидента, не допустить, чтобы пострадали сами участники, сохранить имущество. И сделать это надо во взаимодействии специалистов различных структур и ведомств. Отработка практических навыков, все-таки проводить занятия нужно, чтобы в реальной ситуации делать все быстро, оперативно, слаженно. Чтобы увеличить эффективность учений, на них присутствуют руководители других структурных подразделений АО «Мособлгаз». Также на учения приглашаются начальники аварийно-диспетчерских участков еще 8 районных служб филиала. Они тоже получают бесценный опыт. После проведения занятия подводят итоги учебно-тренировочного занятия в виде обсуждения с обязательным результатом. Справились, не справились. Каждый может высказать свое замечание, реплику, предложение. Учения АО «Мособлгаз» проводят регулярно по графику. Профессионалы не только знают, что делать, но и постоянно тренируют свои навыки. Тимур Гайсин, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».